Печальный анекдот. Американская тюрьма. Приговоренные к смертной казни осуждены. Выходит, собственно, в день, когда должно совершиться правосудие, к электрическому стулу. Его пытаются усадить на этот стул, но он не помещается. Просто очень большой, такой толстый, просто очень жирный такой, очень просто, но совсем не помещается. Ну, как-то так все немножко опешили, непонятно, что делать. Потом подходят ему и говорят: «Пит, вы же должны понимать, вы до стула не помещаетесь. Мы вам дадим вот месяц, но вы должны как-то похудеть хотя бы на 8 кг, чтобы как-то войти в этот стул, иначе мы вас не казним. Вы как-то должны как-то ограничить себя в еде, перестать хавать эти гамбургеры ваши и все, чтобы вы как-то вошли в стул. Хорошо, давайте, все, на месяц откладываем казнь. Через месяц, значит, все повторяется, выводят этого Пита Джонса к электрическому стулу, пытаются туда посадить, а еще хуже, он еще шире стал, еще больше. Они говорят: «Пит, что такое? Мы же с вами говорили, почему вы не похудели, Пит?» Он говорит: «У меня нет мотивации». Тяжелые роды. Одесская районная поликлиника. Приходит женщина, расстроенная, просто ужасно. Ну вот просто лица нет. Заходит к врачу. Врач говорит: «Я слушаю вас, рассказывайте». Что она говорит? «Ну что рассказывать? Что? Я такая расстроенная. Просто я даже не могу уже рассказывать, потому что у меня просто так глошит это все». Он говорит: «Ну послушайте, вы рассказывайте, потому что я вам иначе же не могу помочь. Вы как-то должны поделиться своей бедой». Она говорит: «Да что делиться? Она что делиться? У меня же такие проблемы. У меня никогда детей же не будет. У меня что же мне делиться? У меня детей не будет. И все, я это знаю просто то». Он говорит: «Да слушайте, как вы это можете знать? Вам что, врач?» Никто мне не говорил. Я первый раз у врача, я вообще никогда не была у гинеколога. Вот вы первый доктор, к которому я пришла со своей бедой. Она говорит: «Ну послушайте, ну как это вы решили, что у вас не будет детей? Как вы это решили?» Она говорит: «Ну потому что я знаю, у моей прабабки не было детей, у бабушки моей не было детей, у мамы моей не было детей». Он говорит: «Подождите, подождите, а сами вы откуда?» Она говорит: «С Таганрога».